Здравствуйте, ребята. Спасибо, что зашли в гости к дедушке Саше. Сегодня я расскажу вам сказку про золотой топор. Жили два брата. Один бедный, другой богатый. Раз пошел бедный брат в лес по дрова и стал рубить их у самой речки. Рубил, рубил, и топор в воду выронил. Сел он и залился горькими слезами. Вдруг появляется старик с белой бородой. «Что случилось?» – спрашивает. Рассказал мужик ему про свое горе. Старичок вошел в воду и вытащил золотой топор. Спрашивает: «Это твой топор?» Мужик отвечает: «Нет, не мой». Тогда старичок достал из воды его топор и отдал ему. Тот обрадовался: «Как же тебя отблагодарить? Гости позвать стыдно, угостить нечем». Старичок засмеялся: «Не надо мне твоей благодарности, лучше иди домой, тебя жена ждет». И исчез, так же, как появился. Приходит домой мужик и глазам своим не верит. Стоит вместо старой избушки новый красивый дом. А жена-то, жена такая уж радостная, на стол ужин подает. И стал бедняк богаче брата. А тот тут как тут, расспрашивает, как все случилось. Мужик рассказал, но про золотой топор промолчал. Побежал богатый брат к речке, бросил в нее топор и завыл на весь лес. Явился к нему тоже старичок, достал золотой топор и спрашивает: «Это твой топор?» Богач закричал: «Мой, мой, мой, давай сюда!» Старик отдал ему топор и исчез, ни слова не сказал. Бросился богач домой, бежит, бежит, а лес все гуще, все темнее становится. Настала ночь, и понял он, что заблудился. Лег под дерево, положил золотой топор под голову, решил: утро вечера мудренее. А утром проснулся, лежит у своего дома, и рядом его топор, только не золотой, а железный. Тут и сказочке конец. А кто слушал, тот молодец. Заходите ко мне в гости еще, я вам еще что-нибудь расскажу.